Мировая пандемия коронавируса внесла коррективы и в майские праздники. Уже известно, что парад в честь 75-летия Великой Победы в Приднестровье откладывается. Такой указ подписал президент Вадим Красносельский. Сроки, на которые переносится проведение запланированных на 9 мая торжеств, пока не установлены. В республике продолжает действие режим чрезвычайного положения. Меняется и формат международной акции «Бессмертный полк». Оформление фотографий участников Великой Отечественной войны для акции переходит в электронную форму. Организаторы предлагают в соцсетях сделать фото своей семьи вместе с портретом своего ветерана или записать свой рассказ о нем на видео и потом разместить историю о своем солдате или, скажем, труженике тыла в социальных сетях с хэштегом «Бессмертный полк дома», хэштег «Мой полк дома», хэштег «Бессмертный полк 22». На день 9 мая можно заменить свое фото на интернет-странице на снимок своего родственника-ветерана. Координаторы «Бессмертного полка» подчеркивают, что память о своем солдате – это не только шествие в колонне. Стать частью полка можно иными способами. В сложившихся условиях продемонстрировать свое личное отношение ко Дню Победы без риска для своего здоровья и здоровья окружающих.